Ну да ладно, все-таки летел из провинции, из глубинки. Так, давайте. А не спеть ли мне песню про инфобиз? А не выдать ли мне новый каст, поприкольней продукт? Отхлопываем немножко, давайте движуху. Еще пиво надо. И скринкаст, и всю жизнь получать гонорар. По инфобизнес песня точно, ребята. Кто гонорар хочет от инфобизнеса? Мои продукты увидят тысячи глаз, мои скринкасты скачают сотни рук. Мой подписчик мне скажет, просто атас, вот смеется над продающим текстом лучший коуч. Как настроение, ребята? Не обращай внимания на такую гитарку расстроенную, ну ладно. А сейчас самый клёвый куплет, то, что мы все хотим. Я стану сверхновой суперзвездой, много денег, машина, все дела. Улыбнувшись, ты скажешь. А не, когда я сделаю крутой релиз, то как крутой я тебя обниму. Ты права. Напишу-ка я песню про инфобизнес. Только что-то, блин, пора выступать, запускать PowerPoint. Ты прости, может, в следующий раз. А теперь пора. Все, спасибо, мы пошли.